Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет очередной Коля и на очень интересном аккаунте, который вы уже видели, но сначала прорекламирую гильдию, которую он создал. Гильдия Сигнал, новая. Пропуск БГК, атака фортов 20.00, босс 4 20.30, 5 21. По поводу вступления пишем ВК, айдишка 282. 416 875. Мадевин, удачи, спасибо, Юрий. Так, ну, первые, вторые места. Неплохо для начальной гильдии. В общем, вот этот вот аккаунт мы ему собирали Огнекрыло, Беркут 007. Видосик можете поискать. Очень интересно было и весело. 82 тысячи самоцветов мы сейчас потратим на коллекционера. Постараемся выбить недостающего героя, мохнатку. В общем, дальше как повезет, как пойдет. Было весело на этом аккаунте. Мы здесь, конечно, потрешивали. Сейчас посмотрим на его огнекрыло, какой он уже. Вот такая вот у него сборка. Порочный пакт 11-11. Ну, у него еще не докачанный герой, чтобы дальше прокачать. Так, в принципе, у него все неплохо с ресурсами. Так, аккаунт у нас донатный. В общем, доната хватает. Поехали. И будем затягивать видосик. Надо очень много недостающих героев. Таких как бабулька. Лучше пару штук сразу. Так, рыцарь. Понятно все. Все, ребята, с вами понятно. Так. Сейчас я зайду в судьбу, все-таки пересмотрю. Да, у него вроде тут все есть. Таким донатом. Чтобы какого-то героя не было, это, конечно, нету только этих синей зелени. В общем, выбиваем полностью все, тратим на недостающего героя. Поехали. Так, сердцеедка. Ронин. Отлично. Плохо ролить, когда у тебя уже все есть. Ниндзик. Фараон. Леди Лео. Ну давай, рандомчик. Что-то ты как-то уныло начал давать уже. Друля. Королева Гарпи, Медуза, Рыцарь Тьмы. Вот начался ворожей. Блин, на некоторых аккаунтах все эти герои нужны, так а тут это просто кгшки. В принципе, как и у меня. Ни одного роллинга без Фреи просто не обходится. Ну, что я могу сказать? Это, наверное, такое чувство, что в скором дальнейшем у меня будет реакция на Фрею, наверное, как на осенний зелень. Вот так вот, то есть это будет просто, ну я не знаю, что могу сказать. Поехали дальше. Ну еще укротители Афина, а почему бы нет, и череп неплохо, и медуза, и паладин. Такое чувство, что они просто так, знаете, один за одним чередуются. Смотришь на это все и просто удивляешься. Еще один атлант. Так, Леди Лео, ладно, отдохнем. Что-то мы разогнались. Вот смотрите, какой крутой огнекрыл. Вообще практически неубиваемый. У него. Видите, какие герои, смотрите, даже Фрея там и стрелок ничего не могут сделать. Вот это магия, ребята, вот это реально круто. Крутые прокачки. Так, ладно, это я уже трешую.
Так, окей. Поехали дальше. Бульдозер. Сердцеедка. Ну такое, горгул. Стрелок. Вот так вот даже. Даже стрелок. Так, офигенный герой, конечно. Ой, блядь, 4x2, ребят. Кому надо, продаю. Что могу сказать? Это просто жесть. Просто мегагерои падают. Ну, обидно, когда они на таких аккаунтах, на которых они просто не нужны. Все. Так, РТшка, медуза. Да, печально, печально, конечно, герои офигенные, но даже не знаю, что вам сказать. Но печальненько все. Ну, хоть хрона выбили. Ну, вот так вот, ребят. Не знаю. Мне роллинг, в принципе, как бы понравился, но, честно говоря, ничего. На таком аккаунте вы нового не увидите, как бы. Не знаю, Фрея, конечно, Фрея, Афина, стрелки и прочее, это круто, но нету того трешечка, когда у тебя все есть. Ну, просто нет. Конечно, если бы мы выбили сейчас бабульку, было бы очень весело. Но, к сожалению, смотрите, даже кинди не выбили. Вот так вот, студеный рыцарь, 15 штук. Так, окей, поехали, пооткрываем плюшки. У него, как видите, хватает ресурсов. Талантиков имбовых тоже немножко есть. Так, 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 так. Не понял. Места не хватает, вот так вот. Так, заберем коробочку, остальное он сам, в принципе, все заберет. Интересно ее открыть, что упадет. Ну, огненная защита.
В принципе, неплохо. Сейчас посмотрим, кому можно поставить. Так, огненько. Хранителя вместо курки. Ну, в принципе, он сам определится, но я бы хрону поставил. Потому что хрону очень не хватает. Да, у него тут хватает героев. В общем, ребят, вот такой вот был роллинг. Не знаю, круто нападало, но, к сожалению, мохнатку мы так и не выбили. Все, пишите комменты, подписывайтесь, обязательно лайки. Всем удачи, всем пока.